Здоровяк – это и есть та самая высушенная коровья лепешка, поэтому свое название конкурс по метанию навозных снарядов оправдывает полностью. Готовиться к соревнованию в селе Крылово начинают заранее. С весны сушат на солнце то, что потом будут отправлять в полет. Вообще никаких ощущений. Ну как оладьи, вот такое вот. Ну ничего такого нету. Там что противного какого-то нету. Они не пахнут. Они... Ну, как родные, деревенские. Выбрать инвентарь для метания можно самостоятельно. Строгих правил нет. С определенной отметки нужно бросить сухую коровью лепешку как можно дальше. Главное, чтобы она приземлилась на выделенном поле. Веселый коровяк прошел уже в 13-й раз. Когда-то на метание навоза даже выделяли бюджетные деньги, но потом финансирование сократили. Все необходимое для проведения и так можно найти на местных лугах. Абсолютный рекорд игры 64 метра поставили в 2017 году. В 2023 максимальный бросок на 57 метров сделал гость села из Таджикистана Ильёр Ашурбоев. А среди женщин победила Татьяна Астахова. Говорит, главный секрет успеха – не стараться. Просто сам не стараться. Чем больше сам там стараешься, тем она куда-то летит не в ту сторону. Кроме метания коровьих лепешек, участники праздника катались на деревянных самокатах и катали на таких же деревянных санях дам. В общем, развлечения удались. Возможно, Мордовии, как республике сельскохозяйственной, стоит взять на заметку такой творческий подход. Светлана Лашина, «Наши новости».